пробуждаюсь. Атом послушный, как будто вдруг страшным чудовищем стал. Разрушился мощный реактор, посеяв болезни и смерть. Мир вздрогнул от этого факта, не веря в ужасную весть. Ведь ласково солнце светило, вовсю ликовала весна. Природа от сна пробудилась, как зеленела трава, и дождь пошел, но он был черный. Здравствуйте, уважаемые участники памятного мероприятия. Мы собрались сегодня у памятника. Чернобыльцам Кубани посвящается в день 37-й годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В субботу, 26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты 47 секунд на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв.